Honda Accord. Константин, 300, остановку сделай справа. Право прижимайся, дальше, дальше. Дальше за пешеходным переходом встань. Остановку делай справа. Здравствуйте. Спецбатальон, лейтенант полиции Рекзанова. Документы, пожалуйста, ваши. Удостоверение, все стоит. Откуда, куда следуете? С получением диплома на Динамо. Все ясно. Заднюю дверь откройте, пожалуйста. Ну и багажник, пожалуйста. Всего доброго. Все, всего доброго. Мы не знаем, за Жуковым, Жуковым еще за какой-то машиной. Тимур Таяга, Сагда Балхагжиши, депте. У Сагда, Мянгхойр, Хоринхойр, он добыл он. А то Ортен, не едем с нахранцов, уже буду друг бывает. Сагда болхинтло худ жахн халхаже машин тоже я дортел ба ведь я ходил сагда болхин жан жил бы это ба ходу им хинда мечтам сбылась их им года теперь сагда болон каем в машину шал гарде тогда да напарник ты ходила а хан хорохм то я мрэ мрэпте уро хижинка я мрэви хижинка я мрэви Бурятский госуниверситет, Бурят госуниверситет Орынбай, физико-технический факультет, специальность инженер, ну машин-теху связанных у им, те машин-теху связанных, жил не то что им было, да. Единственное, хранца худо тоже был машин-теху связанного, да. Мунал тоже как бы, ху машин-теху им, хамту был на деда. Хоир жылса мұны худылжы бәні тегіт, яға сақда балог әші бегіжі тимініға талғайдытны ертік көл бадылнуд. Тимін болдық ылды, әрі тимін болдық, но хая тим болдық. Но потом он тазы бұды там радыл, дальше худылық ұнады көлдім. Сақда балог қада дальше худылық ему көл, еп құды, еп түгілді да. Ну, хунды тоғаты еп күнтілің, дажылына тимілді. Хунду тол же много шуш она удал же это где-то. Хунду тол хы уже велика имны задачи мне выил да. Все у тебя выше ему хинда. Хубуте гуте? Хубуте да велика хуб нярун гроте на ему те классы и хоир басхате вещи. Хубунт не таны харат сагда болха ханны бүшкылдыкко. Ужахым бахадатыр начальник классы бахадатыр. Фото хадатыр. Сагдага формус фото цылды ба. Муно мыт ногы болху уйгуды. Подростковый период был хадак мандал был мэж. Формус фото цылым баға жахым бахада. Именно он. Сагдага да ДПС формус огылды. А таны гүр булды сагданут вигу? Мы мне говорил до темы мы бы. Тайго это ром. Да, играл тру лансаралин. Папа мне те пухе на горе связистом работал связист. Мама мне говорит, ты была больничный худлом. Все, хоб много юлал пенсии да. Выше сакта был он говорит, дуба с хотел дуба с хмне поликлиник сокудл так шутные врачки вода или как зуборку хим. Вышел да те хайр басхадня хурвальда ортак бурят гимназия ортак бурят хилы устыгли да тоже сагдагар худлыха аймшкте го аймшкте да аймшкте да просто каждый удар жылда архада мы тнуахем ты юмбалхо мануды
Мнодре юмбал, адал мы дек тего юмбал на то, лвы юмбал на же. То хунег, хунег ишки на машинар, то... А цих лешев то хуну давать, тар на гарху лохо хулна. Чигидл. Эмштерзл да, иха. Но иха те интересны химга да. Юм химба вредаш. Вот он там тут хилывы тага, у шорнот бе тэка... Юм, ажалха, бальха, гэжа, тим бадонут, ертык, гэжа, а юнды? Ямар шалтыған ға? Хунег үмтігі қарқы тоже хундышы бәдік. Хунг үмтігінтіні жа машинның авайып тұрқыды. Хунег үмтігі қарқы тоже хунды бәдік. Тегетілін хунды тоғылыны күшінадылы сөрінің. Худылды үлгілі сашын. Яға дамырды күпті? Те лүнер худылды күпті. Улан хау үтчі ұлдыр худылды күпті. Зарминда бухо вечора худлыхыш, удре сменываха, учин сменываха. Тегет хайр дур худлот, хайр драмархыш, либо хайр хуни худлот, и тегет хайр драмархыш. Смен на график тэпти. Служба госавтоинспекции была образована 3 июля 1936 года. Изначально называлась ОРУД, отдел регулирования уличного движения. Более позднее, в советские времена, ее переименовали как госавтоинспекцию. И уже в 90-е была переименована в ГИБДД, Государственная инспекция безопасности дорожного движения. А могу сказать, что сотрудник госавтоинспекции – это наружная служба. Он всегда заметен на дороге, его видят все, потому что он находится ближе всех. И он такой же полицейский. Многие путают, что сотрудник госавтоинспекции – это отдельная структура, но сотрудник госавтоинспекции – это такой же полицейский. Есть у нас как наружные наряды, которые осуществляют круглосуточно, днем и ночью, и в дождь, и в зной. На дороге мы охраняем ваш покой. В том плане, что обеспечим всегда ориентированные, готовые первые прийти на помощь. Это наши сотрудники госавтоинспекции, инспектора, которые осуществляют надзор за безопасность дорожного движения. Также входит у нас регистрация транспортных средств, выдача водительских удостоверений. Ну, сейчас мы в процессе нашей экскурсии все увидим. У нас люди некоторые. Пойдемте. Угу. Здесь у нас находятся сотрудники, регистрируют транспорт, который граждане обращаются для регистрации. Потом также регистрация прицепов происходит, а также прекращение собственности на данное транспортное средство. Оно у нас происходит тогда, когда, допустим, собственник продал транспортное средство, и чтобы снять с себя с регистрации, приходит здесь это делать. Здесь у нас находится дежурная часть. Здесь оперативно сюда сливается информация, здесь она аккумулируется, и уже они дополнительные наряды наши выставляют, либо наш дежурный, он оперативно отправляет наряд для того, чтобы пресечь какое-то правонарушение. Здесь вы можете сообщить по телефону 292902, если водителя вы заметили в состоянии алкогольного либо наркотического нарушения, также если водитель грубо нарушает правила дорожного движения. Также вы можете сообщить анонимно вот по QR-коду. Здесь дежурный у нас, соответственно, сразу увидит и отправит оперативно наряд на то место, где находится правонарушение. Здесь у нас координируется работа наших сотрудников госавтоинспекции для вашей безопасности, для безопасности всех участников дорожного движения. Uh-huh. Анонимный чат насколько популярен у нас в республике? Анонимный чат, он популярен, он, так как он анонимен, но есть, конечно, ошибки, когда вот отправляют сообщение, просто указывают госномер, куда машина поехала, как машина поехала. То есть, если вы указываете сообщение, что водитель в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения находится, вам необходимо указать место, марку транспортного средства, госномер и в какую сторону, на какой улице она двигается. То есть, если, допустим, мы увидели на улице Волгинской, то нам надо скоординировать экипажи, что, допустим, в направлении Селенгинского моста, либо в направлении моста Бегущая Лань. Mm-hmm. То есть, вот от этого много чего зависит. То есть, мы можем отправить экипаж, который у нас, допустим, в микрорайоне Бурвод, либо на улице Барсоева. Но здесь вообще вот это самый центр. Здесь и сводка, и аккумулируется вся информация, и для принятия оперативных мер вот у нас наши дежурные. Ну вот мы как с вами ранее проговаривали, что госавтоинспекция наша была образована в 1936 году.
это все руководители нашего республиканской организации по безопасности дорожного движения. То есть, вот как самый первый, вот Топорков Илья Васильевич, который был первым начальником ОРУД ГАИ. Ну вот и последний руководитель у нас всегда активен, открыт для общения, но он сегодня находится в служебной командировке. Здесь у нас находится наш пресс-вол, так называемый, где мы записываем оперативно для вас комментарии, чтобы вам с вами было легче работать. Здесь у нас вообще находится, ну тут помещение некоторые секретные, их показывать нельзя. Здесь вот у нас разные отделы есть. Вот у нас городской отдел пропаганды. Это вот те оперативные сотрудники, которые каждый день у нас отвечают за безопасность дорожного движения по городу Улан-Удэ. Именно профилактируют. Задача пропаганды у нас какая? Обеспечение безопасности дорожного движения, так же, как и у всех стоит первое. И второе, разъяснение правил дорожного движения. Работа с разными категориями граждан, то есть беседы, занятия по безопасности дорожного движения и разъяснение правил дорожного движения. Мунодыр на хайртидро ажолжи байнып, харгадыр машиндуды байлгадык дит. Мунодын документ, права, техпаспорты көнш алгадыл. Хубарыган сашын. Саша ептік водителінің дүніне. Уэхэн тегет привлекациялдық к административному правонарушению. Олың көні тегет документының бұттым байдық көйбі? Уэлді тегім олың көні бұшы, но... Есть место быть этому. Удыры хыды хуй байлғаны бұты? Дүрі кипа жара, жара дала тұқын болды қолды. Ажылт не хүнді ғу? Ажыл хүнді байдық қайында. Саха, бұрон, нықалуң ұдырнуды деген ажылат байдық кетеген. Қарға дүріміне много разных моментов бывает, начиная от дорожно-транспортных происшествий. Те, кто водитель на дар, то уйдут, ты ему байды был. Ну, мне вот хар ГМСК, ему дорожно-транспортные происшествия. Потому что участниками дорожного движения могут быть как и дети, ухибут, да, хукшидут. Вот в данных ДТП могут получить много разных повреждений, наверное, так сказать, телесно. Вы куда поехали-то? Есть одностороннее движение. Назад сдавайте. Иди, скажи. Остановку сделайте. Одностороннее движение здесь. Да, я в центре сейчас. Фон запишите. Игорь Лебживадлов, фон дегатлов, белгадыгли, да мытки фон гад ямнылы. МШТ, но мытки фон гад яват. Игорь Лебживадлов, фон дегатлов. 883-883-436-436-69-12-16-12. Напарник мне сейчас проверял, хотел постановление штраф выписывал. Тигатигат харгайдера олон куну дыма жорым сахидык куйгыжы байдык, ага. Юхыл хыбэнып ты иимы зонды. Ну га... Правады хоржы байхын зонды. Машина... Оныха байхын зонды. Юхыл хыбэнып ты. Машинды оныха байхын кунты юм юмышкал хида. Главное правила соблюдать хымыда. Правила соблюдала хуем бутыстева хода. То хум правила их мы дым выгорку ДТП им ровно же. Мы тхылга юнхин да. Аккуратно я был тих им да юнхин. А жалда дортегу-то?
Жылда дұрты. Юнды? Тей, жақын ға үш арқаным бар. Жақын ға үш арат тегеділді, үндек бұдылының еді. Хоқын жақын үші бұдыл қо дұрты бірдігілді. Үші бұдық арқыз қоқ ғарымы өрекі сән бәйнің. Ордаған тұржыл сән бәйнің бәйді. Дешілі дұруға айында қо құдыл көп бап шөйбеді. Үнгі ажылда дұрты бәйхін ады. Сәкда болуға хым болға бағатты, шоға аны құдылға бағатты. Мұтынуғы пока тежі домылай бөлі үші. Пока әндел құдылмыл еді. Тежі тарсиса мұрауғы қаны құдылға бағатты үші. Пока әндел сәкда құдылмыл. Сәкда аныр емі негі шыруң бәхі еғдей. Күжі, ну, бі ханнып. Қаты емікті? Характертіне шыруңғу? Оғой. Оғой. Характерный, все равно золом сюда тем шурум. Вот напарник мне шурум. Не, не игра шурунчик там дохла. Тегерл хайла ход душу, где не игра золом шурум. Арасы холбаты олысы да тодын күргуде ямыны харвин айул дубайдалы алваны бэглок дахар наим неймін жыл болыба. СССР арады комиссарны дезуглу нямғы юхунзон бошын дұрған оны июлін бұрғында бұрыны автоинспекция тұқай дұрым баталған юн. Ені ударда тодын бұрыны автоинспекцин тұқыды ихін табекті ғани байна. Мұны ойда гибадыдегі албан күгжіл түйінгі шыны шатада ғарын хэн. Орыс күрінді хуылы хорин жылы тұршыда харғын айолғы байды сахиха, харғын айолды оражы наға бараха ұшырнауды е дошылылғы хымжейнуд аптына. Полі тақтақы ғорим хайжырылықты жа, харғайды ябақы дұрим үлдіғын ұшырнауды е ғырыл зорып болын видео болғақа ғорим захиогдың хай. Гибыдедегі ажылда ұдыр ашықы бөре аңқарылтай байқа ерілті табекдіні. Авто унануды то сагургулжа олышырна, иненхе олымжылын харғы дэрэхе байдыл олым орё болына. Тыдыны ажылға жалошыдай ба ябағын зонай хариусылға, хунуды амин ахан болын илур мүнді долбейдіні гэхэді алдыл болықы ой. Гүріні автоинспекция муну дэрэ харғын айулғы байдыл хангахы талар дабырынудыя амжылты тайгар дұрғы шатылтай, нууды техническы тухерылғыты полицин албан болына. Түнді 20,000 ға дейші құнуд ажылына. Түдіне жарын қойыр мәңға ғарын құдумырылықшыт қарғын қарулай албында. Гибыдедегі құдумырылықшыт орео байдылды албанайға ойылғы дұрғыдық. Убылы болың зонай сақты, амралтын ұдырнуд ғойғор олысы қарғынуд бәрі ажық оқшыды айыл ғойбайды сақы жыбайдық. Гибыдедегі құдухын тұло, қанты мұрғыжылы талар үрдің мүдісі, арғы шады бөрі бөші, қарин түсі бөрі, зорик құрықтегайшын.